Итак, всем привет! Вы когда-ли и решили, что сегодня мы с вами поиграем в игру симулятор русского троллейбуса 3D 2018. Но именно, что сегодня мы с вами посмотрим новый троллейбус. Ну да, к сожалению, у меня ноутбук сломался. Но я поэтому записать видео, к сожалению, вам не смогу сегодня. Ну да, конечно, не все время, вот что-то такое вылазит. У меня уже есть 4 типа подвижного состава. Сначала вот этот ЗИЛ с гармошкой, ЛиАЗ и вот это вот. Но вот этот я себе вам куплю, я вам это могу записать только через месяц в августе. Так, вот, ну давай-ка попробуем кататься на той карте. Мы с вами сделаем зиму, потому что зиму мы с вами покатаемся, мы с вами по третьему или второму маршруту по верхней части города мы с вами покатаемся, ну да. Но сегодня музыка, и никаких музык. Да, как-то странно выглядит. Такой салончик, у нас он какой тоже странный, но... То есть, так же он стоит, как и трамвай КТМ-23, тоже он стоит. Ну да, но поэтому тут трафик едет, ну, не за это у меня будет игра кончена, когда, если... Да, вот мы с вами вот тут должны ехать, вот тут у нас тоже кольцо, это заброшенное оно, вымешанное кольцо, которое вот тут оно проходит. Вот тут тоже трамвайчик, вот тут... Ах, я чуть в аварию не попал, так, кто не пострадает, там нельзя вообще почему-то. О, смотри-ка, я себе купил уж 4. Ну да, потому что все это бас-симулятор 3, да, у меня есть только 3, это все у меня есть. Так, вот тут у нас опять тут как-то машина говорит, в аварию попала и разбили человечка. Троллейбус хороший, но... Только потом только надо как-то объехать это вот. Да, вот наконец-то мы приехали уже на остановку, только как-то далеко, ну давайте назад поедем. Назад нам надо ехать. Так, вот тут не знаю почему, тут как-то пусто, ну да. Да, остановочка тут дверь как-то мешает. Ну да, потому что дверь тут закрывается лишь, когда я отправляюсь вниз. Когда тут катаюсь, но не открывается. Ну давай как отъехать, у меня будет столкновение с авто, блин, мне уже штраф дали. Так, давай-ка проедемся, мы вот тут, тут нету тени, потому что... Нет, у меня опять игра кончена, не все время-то музыка-то... Каких музык? Я не хочу музыку. Ну да, мы уже едем вот так по карте мы с вами поедем, по схемам, чтобы нам было легко узнать, как мы будем ехать. Нет, так уж себе. Поехали уже вот сюда, вот там. Блин, да блин, блин, я раздаю пешеходы, извините. Да вот, пока что, к сожалению, не придется когда стоять. Все, пока вы поехали уже. Давай, поехали уже, вперед, не назад. Да, извините, пожалуйста, что я кота отпускал, но у меня ноутбук сломался, но поэтому я вам не смогу сегодня видео записать. Да, потому что самое главное, у меня сегодня вышло обновление в игре «Симулятор Ленинградский тут 2D». О, как у меня быстро катается! Аккуратно, 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 если дотронешься. Опять мне телефон не заряжается. Опять я чуть-чуть не вылетел. Эх, это была игра кончена, я не знаю. Да, игра кончена. Так, переключись, когда реклама закончится. Да у меня все время музыка и не реклама. Как мне теперь не заходить, то сразу не придется на тот же маршрут заходить. Ну, что поделать. Потому что рекламу нельзя отключить. Только если переключаться, не все время видео придется. А что мне как сильно лагает? Из-за этого дня не знаю, куда ехать. Так, ладно, вот у нас только сюда вот троллейбус катается. Там сюда он не катается у нас. Так, я вот изменю карту, что тут у нас с вами остановочка. Ну, давай, как тут потемновато слишком, ну. Да, вот такой сам троллейбус, он желтый-синий на самом деле. Ну, такие у нас ходят. Да, у нас самых новых тоже с московских ходит, родина в московских-то. Да, поехали уже на следующую остановку. Ну, да, остановка уже на верхней части города, а следующая будет на нижней части города. Потому что я тут именно... Когда сумер, я тут начал, но я немножечко подальше начал, потому что тут игра кончена это было. Переключусь, когда экран закончится. Да опять это, я не могу записать, не переключаться придется. Ну да, я переключился, и реклама закончилась, так уж. Так, уже едем на следующую остановку-то. Да, потому что я тут, помню, сдаю пешеходы. Это было плохо. Только не хочу, чтобы у меня была игра кончена.
Из машины я вылезаю, обхожу их, чтобы мне было это уж удобнее. Пока уж совсем я неудобно пока записывать, потому что я записываю как-то странно. Просто держу телефон, да и ручками уж трудно это так. Я бы могу в аварию попасть, блин. Хорошо, что у меня игра кончена нет. Но если бы не было бы игра кончена, сразу бы это бы вы увидели бы это. Жалко, что ноутбук пока сломался, но я пока бы записать бы не смог. Если нет, то придется мне как-то планшет покупать мне, чтобы у нас было два планшета. Данюхин, который мультики там смотреть, и мой. Так, запишу, когда он пообедает. Так, а если, например, если мой мультики не смотреть на маме на телефоне. Все, мы приехали. Так, все. Так, конечно, и все. Поехали. Все. Я уже буду видео записывать с картинки на картинке. Все. Кадры будут очень трудные, это будет из видео мне. Так, я тут наконец-то зеленый загорелся. И куда я еду вообще? А нет, это походу я опять на верхней части города. Нет, опять сюда, блин, выехал. Лучше я опять хочу, чтобы мне была игра кончена. Давай-ка лучше пойдем отсюда вот. А вот, наконец-то я уже туда еду. Только опять музыка эта надоела. Не знаю, почему разработчик ModGamer 3D сделал, начиная с музыки, вообще не знает. Да, у меня ноутбук, к сожалению, сломался. Ну да, я не могу даже видео записать вам. Даже вообще не увижу, где же это-то. Только так придется. Так, а где же я еду? Тут быстрее давай, чтобы здесь красный. Вон вот куда нам надо ехать. Только чтобы здесь штанги не... О, вроде я не схожу. Ну да. А что со мной стало-то? Давай-ка встанем. Давай-ка не тут, а вот тут лучше. Потому что тут... Да, конечно, у меня ноутбук сломался. Переключайся. Нет, я только не то сказал. Так, давайте, нам надо провернуть вот сюда. Вот это как мне пас резать. Давай-ка лучше посмотрим, плюс 30 сок. Переключишь, когда экран закончится. Ну все, я вернулся. Но у меня уже больше. А что-то как-то тут от нету. Да, пока нету этих. Да блин, проехал остановку. Я, может, как-то назад не поехать. Так, я еду назад пока что, ну да, если тут не хочу, чтобы машины были, ну. Да, если они на меня врежутся, то опять как пас у меня, я же врезался. Переключусь, когда поправлю. А, не надо поправить, переключусь, когда экран закончится. Все, я вернулась. Так, да, я вам обновление запишу завтра, потому что не придется до них. О, у меня уже почти 1000. Ну, 1000 может только на следующей остановке, вот на той, которая-то. Если игра окончена, значит опять с музыкой. Да почему? Не хочу штраф. Вот, чё, штраф не получил. И чё? Все, поехали уже, надо готовиться. Вот зеленый загорелся. Так, поехали. Только не игра окончена, я не хочу игру окончена. То у меня всё время как-то куда-то мне назад ехать не будет. Так, вот сюда, мы с вами, конечно, вот тут у нас непонятно что, ну тут трамвай, вот это, какой трамвай, троллейбус тут едет. Да, вот остановочка, ну там опять это красное, что это, светофор это. Ну да, это последняя остановка, 1000 и попрощаемся. Все, у меня сколько до 1000 у меня? Да у меня 1101, не хочу прощаться, все, моя игра окончена. Все, меню нажимаем. Ну, обязательно попрощаемся. Итак, и сегодня мы с вами поиграли в игру симулятор русского троллейбуса 3D 2017. Показал вам новый троллейбус. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк за 3 секунды. 3, 2, 1. Мы прилетели. До свидания. Пока, до свидания. Пока, до свидания. Пока, до свидания. Пока, до свидания. И всем пока. На этих картинках у меня есть все изображения канала. Все изображения троллейбусов.